Саша! Саша, ну быстро пулей ко мне! Быстро, я тебе сказала, а? Погите твою налево, а? Что все, опять? Сломался компьютер. Говорила, не бери бэушный, возьми новый, а? Все, сломался, вот что теперь делать, а? Директор зоопарка теперь без компьютера, молодцы! Просто мышкой пошевелите и все. Ой, ой, я думала, сломался, Саш. Саша, подожди, ну тогда поменяй мне фотографию. На рабочем столе? На компьютере. На каком рабочем столе? Смотри, нигде не ляпни, деревня. Все? Все, давай, иди. А так, мышкой пошевели. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звонил вам, я из фонда защиты диких животных. А я знаю, я вас узнала. А как? Ну, мы же с вами по скайпу разговаривали. У меня ж компьютер есть. Все, да. Все. А, ну, вот. Может быть, я тогда заново озвучу свое предложение, да, и, ну, чтобы вы поняли. А, ну, давайте, да. Попробуйте. Давайте. А, дело в том, что нам стало известно, что у вас в зоопарке имеется в наличии красная китайская панда. Да, да, есть такая. А какие претензии? Она у нас живет как принцесса. Вы что? Мы поддерживаем китайские корни, привозим раз в неделю суши ей. Вот. И ставим, значит, фильмы с Джеки Чаном. Все сидим, и панда смотрим, да, сидим, не, все не, 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 с компьютера, да.